Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте. В общем, прошли наши новогодние праздники, все мы подарили подарки, все мы рады, довольны. Но, на пороге, что там, День влюбленных, 23 февраля. Ну, ладно, День влюбленных, как бы это к нам не относится, но 23 февраля опять мы будем искать подарки, ну, скажем, нашим деткам маленьким, нашим внукам. И я хочу вам предложить, уже все, наверное, знают, все, но я уже подарила эти подарки и уже знаю, что всем, кому были подарены эти подарки, детям очень понравилось, они очень довольны. Вот, я своему внуку тоже подарила и еще заказала одному прекрасному мальчику, вот скоро тоже подарю. И кто по моей наводке тоже покупал, мои подружки тоже очень рады и сказали: Элла, спасибо. Так что, девочки, подсказываю вам, подарочки вот такие можно купить на день рождения деткам. Вот знаете, одна у меня приятельница покупала двухгодовалому ребенку, пищал. Вот я Богдану на 4 года покупала, на 5 лет покупали. И, наверное, 3,5, так, в феврале будет 3 года. В общем, около 3 лет, тоже понравилось. Так что, девочки, игрушка очень замечательная. Вот эта вот светящая дорога. Я уже, у нас так получилось, что у нас Богдану и на день рождения, и на Новый год. Я подарила еще одна, и у нас так получилось, что теперь и у него дома есть светящая дорога, и у меня осталось очень. Вообще у нас как бы Богдан разбалованный мальчик, да, ему там эти машинки на 5 минут, потому что у него можно магазин открывать, магазин по поводу этих всяких машинок. Но вот это он играл 2 дня подряд, мы здесь ее построили в комнате, и мы ее не разбирали. Единственное, что только батарейки меняли, потому что первые батарейки у нас были слабенькие, а потом вообще классно. И мы там еще достраивали, строили, сейчас покажу. В общем, вот так в коробочке приходит вот эта игра. Написано, что 220. Это вот если очень хорошо на подарок, она в коробочке, все сложено, все. Мы хранить, как мы храним сейчас. Сейчас я покажу. Храним мы теперь вот в такой коробочке, здесь дорога, ну там всякие принадлежности и машинка. Очень удобно взял, разложил, и она не мнется, и не поломается ничего. Вот, ну это я просто нашу показала. Теперь сейчас мы ее разберем, и я вам покажу, из чего она состоит. Здесь вот видите, такой упакованный мешочек. Так, будем делать на полу, поэтому и машинка. Смотрите, красненькая. Ну, я ее сейчас всю разберу полностью. И даже есть батарейки. Так что сейчас разберем. Ее нужно. Главное, ее нужно собрать. Вот, я взяла это еще на подарок, но мне нужно же проверить, как она, чего она ездит. В темноте, когда это едет дорожка, она светится. Ну, я не знаю, у меня где-то есть или нет, где у меня Богдан играл. Вообще, завороженный. Так, вот сейчас я покажу, как она собирается. Девочки, для подарка это вообще обалденный. Можно одну красную, другую, какая там желтая, зеленая, будет вообще она светиться. Я сейчас построю и покажу вам, хорошо? Так, ну, в общем, мы построила я эту дорогу. В общем, мы когда с Богданом играли, мы еще, у нас такая дорога железнодорожная, мы дорогу здесь строили, дома,
Чтобы ребенку было интересно, конечно, не просто нужно кинуть ребенку и все. Нужно вот развивать, как бы у нас эти паровозики. Мы здесь мост делали. Вот так у нас был это. И здесь мы ставили. Вот так оно проезжало. И под мостом ездили этим. Но, девочки, хочу вам сказать, что которые сильно батарейки, ну вот новые прям заряжены, сюда можно даже немножко, чтобы были бы ушные, потому что машинка ездит, как, не знаю, вообще со скоростью точно 100 километров в час. Шутка, конечно. Вот. И поэтому лучше немножко такие, чтобы были разрязанные батарейки. И тогда вообще супер-пупер. Ее еще нужно обклеивать. Те мы обклеили. Ну, я сейчас не буду обклеивать, потому что я кому подарю, они сами обклеят. Я думаю, подарок понравится. Потому что все, кто покупали эти машинки, все довольны. Ой. И еще хочу сказать. Вот здесь в батарейке, мы когда не знали, вот это раскручивать не надо. Здесь вот это просто... поднимается и меняется батареечка. Неудобно одной рукой держать. И нужно, знаете, что здесь вот только, наверное, открутительно. Нужно только высунуть такая там пластиковая штучка, чтобы батарейки, видать, не садились, они сделали. В общем, вот это там раскручивать не надо. Здесь вот есть так открутить и все. И потом вот сюда вот нажимать. Это рассказываю для тех, потому что я вообще, когда первый раз открыла, чё, почём, хоккей с мячом, мы с Богданом ждали, пока мисс папа пришел, Богданом. Так, и вот сюда включаешь, она ездит как бешеная. А, если она выскочит, она сейчас пойдет бегать, она сейчас пойдет бегать по всему дому. А, ну Богдану это больше и нравилось, что она... везде ездит, смотрите. И он за ней гонялся. А у моей подружки кот, ой, он вообще, он за этой машинкой бегает. Прямо, это вот игрушка, лучшая игрушка для кота. Так что вот так. Девочки, видите, как она быстро бегает? Поэтому надо ее поймать, отключить. Так, еще. Вот на задник здесь есть... резиновые такие, чтобы вы не пугались. А то мы одну машинку открыли. Ой, а где же это на этой резинке? А здесь не должно быть резинки. Здесь только работают задние колеса. Вот. Я говорю, она везде ездит. Сейчас как полетит. А-а-а! Рядом с дорогой. Ой, бабушка с ума сошла, даже бабушке интересно. Ну, еще мы здесь строили город с Богданом, и так интересно было. Так что, девочки, кому надо, у кого детки, кто бабушки, кто тети, и ищите подарок, обратите внимание на вот эту дорогу. Я говорю, что ребенок, вот у меня, говорю, Богдан разбалованный, но он как бы понравилась ему эта дорога. Мне нравится, что ее можно, даже если будет две и три, как у нас сейчас две, мы соединили, у нас большая дорога, и поднимаешь, она ездит. Единственное, что чуть-чуть слабее батареечки надо, потому что она гоняет, как чумачечая весна. Так что обалденная. Вроде бы все сказала, светится. Здесь еще наклеечки вот есть. Сейчас покажу вам наклеить. Ой. Вот они, видите. Наклеить на машинку. Крутая машинка будет. И с ребенком вы сидите. А ребенок тут... И дорога делается, как к вашей душеньке. Ну, вот если чем больше, то она, видите, бешеная. А-а-а! Вот так. Ну, в общем, и еще светится она. Ну, сейчас утро. Утро утреннее, день-деньской. Поэтому, видите, не видно, что она светится. Ну, а так, классно, да? Так, сейчас я еще покажу, как она делается, чтобы вы посмотрели. Вот, видите, маленький круг сделала. И она здесь крутится. А это...
Ну, все. Какая она сумасшедшая. Вот так вот. О, внутренность. Вот, внутренность сделала. Она теперь как чаша. Вот так она ездит еще. Ну, то есть здесь фантазии ребенка и супер. Так, смотрите. Все, застряло. Ну, в общем, вот такое колесо делаете, вставляете. И поехала. Ну, что ты? Не обижайся. Видите, какая дорога. В общем, как-то так. Так что, мои дорогие, если кто будет в поисках подарка для детей, здесь написано 3 с плюсом. Ну, я говорю, мои знакомые брали для 2-летних детей. Прекрасно, дети играют и все. Здесь все развивается. Хочешь в кругу, хочешь вот так ездишь. Главное, фантазия ребенка. Ну и, конечно, чтобы любая игрушка, любая, какая бы ни была у вашего ребенка, я могу играть с одной машинкой с ребенком, и мы можем фантазировать и такую сказку попасть, что это. А если кинуть ребенку игрушку и ничего ему не рассказывать, играй сам, то, конечно, она ему будет неинтересна. Так что, мои дорогие, бабушки, мамы, тети, если кто будет искать, игрушку ребенку на день рождения, на 23 февраля, хоть на что, хоть на крестины, мне кажется, что особенно мальчишки будут очень рады. Но я смотрела, первый раз я узнала про эту игрушку, это у Оксаночки, и я сразу же загорелась и думаю, моему Богдану это надо! Ну что, мои дорогие, так что ссылочку я оставлю. Кому будет интересно, заходите, смотрите. Очень интересно. Ладно, мои дорогие, всем, кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы меня извините. Всего хорошего, мои дорогие. И всем пока!